если отбросить бизнес-составляющую подобных международных мероприятий, да, это огромные бюджеты, рекламные, трансляции, это смотрит весь мир, понятно, да, то это еще и важнейшее, если хотите, мирное мероприятие, да, в том смысле, что чемпионат мира по футболу по степени эмоционального накала, по степени эмоционального выброса, да, можно сравнить с большой войной. Но не гибнут люди, и это очень позитивные эмоции, да, то есть все мировые СМИ об этом пишут, и только об этом, когда это идет. И это несет очень позитивный заряд на многие годы вперед, начиная от популяризации спорта и вообще здорового образа жизни, кончая гордости за страну, которая сумела организовать такой мировой спортивный праздник. Мы видели это вот на примере Олимпиады в Сочи, да, как блестяще была организована Олимпиада в Сочи, несмотря на все, на весь гундеж, да, который был вокруг, там украли, что-то не так сделали, все будет плохо, безопасность будет плохо, все будет плохо. И тем не менее это было блестяще. Это было блестящее шоу мирового уровня, и Россия в этом смысле отлично справилась с поставленной или взятой на себя задачей. Я думаю, что не менее хорошо Россия справится с чемпионатом мира по футболу. Я в этом практически уверен. И в этом смысле, почему мы должны от этого отказываться? Ну, если Бразилия, хотя в Бразилии тоже футбол – это почти религия, да, если Бразилия по каким-то причинам, по экономическим, прежде всего, причинам, не имеет возможности, ну, что ж, очень жаль, потому что чемпионат мира по футболу в Бразилии – это тоже было бы очень что-то особенное.